Торговая марка, сделанная в Китае, станет синонимом качества и новаторских решений. Об этом заявили в Министерстве промышленности и информатизации КНР. На пресс-конференции в рамках двух сессий глава ведомства Мяо Вэй рассказал о реализации плана по развитию промсектора. По словам министра, в ближайшие годы Китай укрепит свои позиции в таких сферах, как робототехника, а также разработка новых материалов и полупроводников. Правительство планирует поддержать инновационные предприятия, чтобы их продукция не уступала в качестве японской и американской. Вместе с тем, Мяо Вэй признал, что при выполнении поставленной задачи стране придется столкнуться с рядом серьезных вызовов. В попытке занять место под солнцем на глобальных рынках КНР наверняка столкнется с сильной конкуренцией, а также набирающим силу протекционизмом. В развитых странах по-прежнему существует ряд строгих ограничений на поставки передового оборудования и технологий в Китай. Антиглобализация и торговый протекционизм набирают силу, хотя мы всегда выступали против искусственных ограничений в торговле. Как развивающаяся страна, Китай крайне нуждается в новых технологиях. Цель инициативы «Сделано в Китае 2025» заключается именно в удовлетворении этого спроса.